кто меня тут хотел? Потому что я готов сказать, а вот я! Иду! Чё там? Да все видно. Это у вас что-то глаза мутные какие-то. Графон там, не знаю, протрите. Я смотрю, у вас тоже, да? Чё там происходит-то? Не думаю, что она может быть там. Надеюсь, это какая-то ошибка. Кто? Зарплата? Зарплата сейчас в другом месте. Надо ниже смотреть. А чё мы все смотрим-то? Куда? Ребята! Мне чё, выходить надо, что ли? Бля, это ходить. Кто это вообще придумал-то? Твою ж мать, как туда подняться наверх. Не, погодите, сейчас начнется какая-нибудь маята, а я-то тут не готов. Так, опа. А может быть у вас что-то появилось новое тут? Понятно. Здесь понятно. Так, стоять. Вот она, женщина. Я ищу, где она? Давай, женщина, у меня что-то есть. Я готов тебе это дать. На целых два раза. Что я хочу? Капсулы сердца или капсулы энергии? Я даже не знаю. Ну, у меня уже... две полоски. Блять. Нет, энергия наша все. Ты полон сил и не должен более просить капсулы энергии. В смысле? В смысле? В смысле я полон энергии? Я буду решать, когда я полон энергии. Понятно, да? Да ладно, давай. Я-то думал, что это... понятно все. Я недоволен. Вот точно так же недоволен, как женщина сзади, уборщица. Вот это вот такая... Опять папа мой того наследил, скотина. Мразь просто. Где тебя черти носили-то, а? Или не носили тебя, или носил хер тебя знает. Так, сейчас осторожно с шутками про насилие, а то придет кто-нибудь скажет, а это ты спонсировал вон ту самую школьную пор... А, Илья, заткнись просто. Ну, есть... А, ладно. Ну, знаете, кто-то в пятом классе предпочитает то, о чем я не буду шутить. Кто-то предпочитает собирать бутылки. Кому что, о времена, о нравы, все такое. Верно, вы думаете, он что, опять с ума сошел? Да, в принципе, да. У меня просто есть три... Нет, у меня не две полоски, у меня три полоски, просто одна большая. Даже мне не видно, что не видно-то? Кого не видно? Ты думаешь, ты такая большая, тебе все можно? А, нет. А где? А наверху? Что-то такое думаю, а где? О, давай тут. Да и наверху ничего нету. Читать о катаклизме? Давай. Земля затряслась, и в ней образовались огромные бездонные проломы, бла-бла-бла. Как будто мы всего этого не знаем, да? Куда ты делась? Ты зачем наверх-то пошла? Слышь? Женщина? Ты же женщина? Блять. Женщина, давай, поговори со мной. Да. Да! Она вот так говорит. Линк, мне все рассказали. Заморозки урита, сводящий с ума филеет до граниту гаронов. И узора слизь в воде, без которой они не могут выжить, а у Геруда атаки гибда и песчаная буря. И за всем этим похожа на принцессу Зельду загадочная фигура. Тебе, наверное, пришлось нелегко, но твои усилия не прошли даром. Браво! То, что во всех событиях участвовала фигура, напоминающая принцессу, указывает на их связь с катаклизмом. И то, что меня озвучивают другим голосом, я тоже не знаю почему, потому что это было год назад. За год я поменялась. Вообще-то у меня тоже есть важная информация. Хм? Это очень важная информация.
это же... А? Линк, смотри! Скорее! Принцесса? А? Ну все, дезинтегрировалась, вот и нет принцессы. Линк, мне не померещилось? Это же была она, наша принцесса. В замке Хайрул был кто-то очень похожий на Зельду. Я совершенно в этом уверена. Выходит, она не покинула замок, а все еще там. Принцессу Зельду нужно немедленно спасать будем. Но мне до замка Хайрул не добраться, а солдатам и подавно. Похоже, в итоге снова придется просить тебя. Прости, что вечно даю тебе опасные задания, Линк. Но больше-то с этим никто не справится. Возвращайся в целости и сохранности. Вместе с принцессой, конечно, целой и невредимой, ладно? Еее, минус аномалии. Так, и что? Наступило кровалуние. И принцесса Зельда внезапно появилась в парящем небе замке Хайрул. Подробности неизвестны, но я сам должен отправиться в замок Хайрул и все выяснить. Страшно, вырубай. Тут вот новости из Лурлина можно доставить прямо сюда. У меня есть мнение, что я не готов. К тому, чтобы идти в замок, хотя... Кто сказал, что я не готов? А у вас что-нибудь еще осталось? Ну вдруг... Опа. Ну, кстати, у них... У них есть одежа. Который мог пропустить или что это? Штаны хайлийские. Все-таки тут есть туника защиты от холода. Ладно. А, брат, здорово. У меня есть что для тебя? От тебя пахнет кордскими семечками. За кордские семечки, бла-бла-бла. Щиты бесконечные, по-моему. Давай для оружия. У меня нету столько, я передумал. Для луков и стрел. Держи. Ну, блин. В смысле? Пошел ты. Все твои мини-братья будут мертвы. Потому что я им не помогу. И будут без друзей. Так, погоди. Инфа. Как же я переживаю за жителей Лурлина. Может бросить все и сходить туда, чтобы наконец успокоиться? Не говори глупостей. Если пираты все еще там, это опасно. Будто мало того, что моя родная деревня разрушена, если еще и с тобой что-то случится. Но у покупателей, прошу прощения, с нашими разговорами мы совсем тебя не заметили. Что-что? Жители деревни в порядке? Ты поговорил с Розли? Словно камень с души свалился. Я так рада, что все жители в безопасности. Это самое главное. Деревню, конечно, жалко, но здание можно восстановить. Хотя жителям видеть свои дома разрушенными, наверное, невыносимо. Сколько же еще эти пираты будут бесчинствовать в деревне? Как бы то ни было. Спасибо, что поделился этими прекрасными новостями. Мы себе места не находили. Вот, держи кое-что в благодарность. Боевой, я чуть не прочитал, кебаб, шавуху бы дали, граб соли, кайф. Мой кулинарный шедевр этот. Это настоящий деликатес, который поможет тебе восстановить силы. Возьми, пожалуйста. Нам остается только надеяться, что пираты скоро остановят Лурлин в покое. У нас там был магазин, но и подумать страшно, что они с ним сделали. И все. Это все было ради краба. Твою-то мать. Окей, это что у вас? Это рис. Я беру. Все, бро. Давай. Молоко. Ля, я окуня нашел, ребят. Мне, по-моему, окунь не нужен. Чтобы улучшить оружие. Оружие. Броню свою. Где оно там? Пойду-ка сгоняю.
Мне нужно 15 хайрульских окуней. 15! 15, мать его, хайрульских окуней. Мне те три, которые там лежат на прилавке, вообще мало чем помогут. Что ж. Где могут быть хайрульские окуни? Наверное, на горе Ландау и в кряже Ланейру. Вот по-любому здесь. Да ладно, неужели? Спрятался, урод, на! Ой, нет, меч сломается. Я знаю, что мы сейчас сделаем, бомбанем. Блин, он жареный. То есть я их тоже не видел. Опа. Рыба повсплевала. Это хорошечно. Еще 10. Эй, женщина, выползай, я тебе рыбы принес. Жареный могу дать, хочешь, нет? Прям сразу. Здорово. Там так-то самые секси-чикосы в этой игре. Уф, я готов, давай. У меня есть все. Теперь закрой глаза. О, интересно, что будет, если... А, я же уже видел это. Само совершенство. Какая же я молодец. Ну, в целом, да. А, что-то я хотел купить там за 300. А, тунику замораживающую. Что ж, нужны рупии, срочно. Несите сюда. А, нужна помощь. Ну, что ж. Если честно, мне, полагаю, этого хватит. Надеюсь. Потому что я думаю, что для следующего улучшения нужно будет больше рупий, которых у меня нет. Итак, по ножу Зора. Весь костюм Зора 3-го уровня. 3-го? Ну, получается, если 1-й за нулевой не считать, то 3-й уровень. Давай, до свидания. Да-да-да, большие бутоны. Мне возить, что ли, этих музыкантишков охота. Так, программа максимум выполнена по улучшению, не знаю. А, можно еще... Чё? Какие... А, господи, думал, что 19 у этой брони защита. Бонус за комплект, рывок Зора. А разве у меня его нет, в принципе, по умолчанию? Еще было бы неплохо получить... А что я там хотел получить? Вот, 3 зубец чешуи света. Но это нужно копье Зора, 3 алмаза и 5 кремний. Проблема в кремнях, да? Их нету. Но знаете что? Я вот понял то, что я напрочь игнорирую вот этот квест. Почему-то я не знаю, почему у меня что-то как-то руки до него не доходили. Что ж. Загадка храма в кавернах... В кавернах? В кавернах. Джоша собрала из осколков большую каменную плиту с изображением статуи. Ее внимание привлекло похожее на храм место в центре. Она предположила, что именно там скрывается сила Занаи. Похоже, туда можно добраться, если идти от одной статуи к другой по направлению их взгляда. Вгляда. Вгляда. Ладно. Вглядели, короче. А чё, где? А где конюшня-то? А, вон она. Тюлень, перезаряжайся! Не долетаем, тюлень! Не долетаем! Вот не долетели бы, упали все из-за тебя было бы, тюлень. Понял, да? И ни из-за кого больше.
Балему мне сюда срочно прислали. Угу. А нафигась? Я же могу телепортироваться. Че это тупо так? Так, а что от меня хотят-то? Знай, о, обратившийся ко мне, я тот, кто возвращает духаты обратно в загробный мир, где им и место. Принеси мне духаты, ибо это духи, чье место в загробном мире. Духаты? Это жалкие сущности, которые не смогли найти свой путь в загробный мир и теперь блуждают по кавернам. Добро и зло, понятия, порожденные ограниченными умами, неприменимы к блуждающим духам. Это духаты, оказывается. Окей, я принес духат. А у меня их 53. Да, это действительно духат. Духат, меч. Я верну блуждающего духа туда, где ему и место. Так как меня унесли на поверхность, я больше не мог возвращать духат из загробный мир. Но благодаря тебе я снова выполняю свой долг. Вот, возьми. Неизвестная субстанция, холодная на ощупь и наполненная тьмой. В составе блюда защищает действие миазмов. Если ты принесешь мне еще духатов, я дам тебе соответствующую награду. Туника тьмы. Одеяние от странной статуи, полученное за духата. Оно создано по подобию напоминает зеленую тунику, которую когда-то носил легендарный герой. Что ж, я могу купить бомбоцветов. Дорого, капец. Так. Помнишь тот осколок, на котором была фигура? Нет. В кавернах ножи несколько похожих осколков. Я их всех собрала и сложила вместе, и... Получился целый барельеф. Судя по нему, Линк, таких статуй, как та, которую ты нашел, много. Я обратил внимание на то, как они расположены. Они стоят цепочкой, и каждая смотрит на следующую. Но последняя обращена лицом к зданию в центре, похожему на храм. А перед зданием стоит совсем другая фигура. По ее ушам видно, что это представитель народа Занаи. Из храма ему словно машет некая загадочная ладонь. Что мы имеем в итоге? Во-первых, если следовать туда, куда смотрят статуи в кавернах, рано или поздно доберешься и до этого храма. А во-вторых, в храме, похоже, находится что-то важное, что создали Занаи. Я слышала, что они могли управлять неведомой силой. Неужели это она скрыта в этом месте? Ходят слухи, что принцессу Зельду якобы видели в замке. Это от этого почему-то тревожно. Но поскольку это не подтвержденная информация, я пока лучше займусь исследованием каверн. Итак, я точно больше узнаю об исчезновении принцессы Зельды. Понимаю. Ну, видимо, мы идем сюда. Да, видимо, погнали вниз, посмотрим, корень Яусус. Статуи какие-то, я что думаете, помню что ли про эти статуи, это было давным-давно, я уже все забыл, что я там делал. Я просто помню, что я один раз спустился вниз, отхватил пи-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 пи. А, вон вижу, статуя стоит, смотрит. Мне нужно идти по направлению статуи, да? Куда она смотрит? Так ведь, да? Туда можно добраться, если идти от одной статуи к другой по направлению их взгляда. Окей, погнали. Да, вот статуя. Господи, это жабы. Это жабы. И они тут стоят. Оба-на, духаты. Духат меч. Духат меч. А где следующее? Понимаю. Ты чё, куда идём-то? А, вот, я нашел, господи, она прям передо мной. Ну ладно, как хотите. Не особо-то и хотелось. Вообще-то очень хотелось. Погнали туда? Вон тот корень надо освободить.
Так, ну что ж. Где фонарисы? Естественно, я хочу прикрепить мясо. Нет. Вот они. Духа от меч. Здорово, ребят. Пошел. На! О, щеглы. Щеглуха, иди сюда. Прям надо. Вот, иди сюда, ребят. Кайф, молодцы. На! Так, наверное, мне нужно взять какое-нибудь оружие, которого нет. А нет, вот есть что-то. Галимана дайте. А, ты еще соса. На. Я полетел! Здорово, я вертолет! А ты кто? А это чё? Дротик, кайф! То, что мне не нужно вообще никогда. Кто там стоит, что-то хочет? Убить его нахер. Чё, психи, что ли? Стоят, что-то занимаются чем-то. Так, ну тут, ребят, тут... Надо отходить. Это кто? И почему это так случилось? Ответьте мне! Хорошо, что не выбанул. Слушайте, броня работает. Наконец-то! Меня не убивает что-то, а делает только сильнее. И зачем мне все вот это вот то, что я тут? Ладно, давайте возьмем что-нибудь проще, что ломается там. Угу. Нахрена мне столько этих занаров? Так, тут где... А, вот. У меня, блин, только эти луки Геруда, которые приближаются. Это адски неудобно, конечно. Освещаем! Просто электрики пришли тут, электрики. Ой-ой-няти-ам! Ой, няти. Там же все эти корни соединены сверху со святилищами, да? Уф, светло-то как стало, прям аж глаза выбило. Щит. Корень, рассеивающий тьму, осветил окрестности. А, и похилил. Или нет? Не понял. А что, я хилить-то не буду, да? Ладно. Да. Это все под светилищами. Так, окей. Я нашел тут заразу. Который смотрит туда, куда мне нужно. Такое чувство, будто я здесь уже был. Духат! Миш, Миш, ты духат! Ёп, ты там крокозябра. Ничего себе. Тебе нормально там? В
Бля, ну тут идти через это вот это вот ежемесячное как-то не хочется. Чё, куда она смотрит? Туда. Блять, что здесь? М-м-м. Тут не обойти, не объехать. Ёптыть. Ну здесь только здесь. Я, пожалуй, вот так пойду. Кто не против, да? Чтобы эта жаба меня не заметила. Ага. До свидания. Всего наилучшего. Да куда ты улетаешь? Все, я пошел. Пока-пока-пока. Пока-пока, мистер Лох. Мне хилки дороги. Чтобы свой бодаться еще. Тупой. Слушайте, ну стрелы-то так-то не бесконечные, если что. Вы там... Совесть-то имеете? Да, может покатиться на чем-нибудь здесь. Понял? А чё? А где? Да вы что, издеваетесь, что ли? Вообще туда идти. Это что за твою мать? Это мы берем. Пойдет. Халява. Ну а что мне туда? Твою ж мать! Бегать здесь, конечно, 300 лет. Нафига я вот еще вот это использую? Оно реально неудобно. Вот, ключ и быколук. Стрелы кончаются. Так, просто держу в курсе. И поднимать я их назад не могу. Ля, я... У меня такое чувство, будто я кругами хожу, твою ж мать! Это что за ядрёно бобин? И корней не вижу никаких чуковских вообще. Чё у вас здесь есть? Как было приказано, Ко! Это место будет уничтожено! Да здравствуй, главарь, Ко-Ко-Ко! Тут в КС играют? А, здорово. На. Чё орал? Зачем орал? Ну или это были... Была сходка петухов. Ладно, все равно все сводится к КСу. Помнил, как это делается. Духаты. Господь, куда идти-то?
Блять. Убить его нахер. На. Окей. Халявный зонар. Ты чё меня отвлекаешь? Блять, вот теперь я не помню, куда мне идти. Уф. Так, ну здесь уже ничего не видать. Пошел в жопу. Я понял вас. Гори-гори, ясно. А вы-то тут успели подойти. Ладно. Давайте помпанем. Здорово, пацаны. Ты чё, мразь? Можно что-нибудь сделать? Нет, пацаны. Рог черного заврофоса. Черный заврофотерс. Зафрофотерс. Матерс. Так, окей. Мы идем вот сюда. А это же тоже он, да? Он, в смысле, ну вы поняли. Вот так. Ага. Я не вижу, куда он показывает. Да. Ты что, псих? Придурок. А? Скотина, падла, мразь. Наконец-то. Ёпрсте, ну здесь как бы сам Хари Кришна велел. Охеренно просто. Еще. Что потом с этим всем делать, хз вообще? Уф. Че, зря ко мне молот таскать с собой, что ли? О, фармиловка пошла! Зонары! Кайф! Очень нужный предмет! Даже не знаю, куда его девать. Вот это лут сейчас выпал. Бля, чем я занимаюсь вообще? Ну вообще я иду. Блять. Нет, ну это светит, конечно, только недолго. Вон, вижу, туда, видимо, мне нужно идти, да? Вон в то здание. Опа, здесь кто-нибудь есть? Нету? Я думаю, что будет... Вряд ли они в кавернах есть. Хер просто, куда он смотрит? Туда. Ну, видимо, нам туда.
Ну тут как бы проблема. Ну почему бы и нет? Вот тут что задно-то и что-то есть. Ну, по идее, если на него что-нибудь бахнуть, давайте вот выкинем что-нибудь, допустим, это копье Геруда. Духоты. Духота. А, я понял вас. Брат, здорово. На. Вы что, думали, такие умные, что ли, все? На! Улетел! Ух ты, я ко мне мол заберу. А чё, этим говном начал бить? Ладно, хорошо, я мать. Камнемолот мы берем. Отменяй! Глаш, отменяй! Ладно. LG не хочет отменять. LG сегодня без отмены. Бля, для чего нету в сумке места? Для зонаров? Ну это, конечно, было бы, конечно, да. Ой, я новую формиловку нашел. Ай. Это не входило в мои планы. Это было ай. Больно, я аж вздрогнул. Он фрукт микс на все хп. Вот, рыба на пар... Жареные окуни. Че, я зря их что ли глушил? Похрустим, ребят, еще пивасик бы сюда. Кто знал, что она взрывается-то, а? И сейчас в чате такие... В чате? Ну, вы поняли. Вы, чат. Такие-то все знали это? Самый центральный рудник. Я же правильно иду, да? Ну да, вроде правильно. А тут где-нибудь включалка света вообще есть, нет? Чё меня обломали-то вообще? Ну, по идее, должна была быть здесь. Ладно. То есть прям сзади от меня, вон там вот где-то, да? Ладно. Надеюсь, я ни с кем махаться здесь не буду. Опа, здорово. А чё это вы тут делаете? И кто вы вообще такие? Как вы сюда до сюда добрались? Вы кто? Допуск подтвержден. О, он движется! Доступ к реконструктору разрешен. Он поможет вам исследовать каверны и добывать зонары. Фига у него маникюр. Это то, что я должен был сделать примерно в начале игры, да? Что ж, я наконец-то это сделал. Реконструктор! Запоминая собранные при помощи комбикинеза приспособления, позволяет быстро воссоздавать их из материалов поблизости изонаров. А. Очень нужно? Ну ладно. Произошло что-то
невероятное, я правильно понимаю? Ты только что получил удивительную силу, о которой говорится в древних текстах? Потрясающе! Если это действительно так, то хотелось бы увидеть, как она действует на практике. В тексте подробно рассказывается об этой силе. Так, посмотрим. Эта сила поможет тебе сохранять чертежи созданных тобой объектов. Она также позволит мгновенно воссоздать любой объект по чертежам. А я придумал. Наши машины как раз сломались, и мы никак не сообразим, как их починить. О. У той, что на круглом пьедестале, просто отвалилось колесо. Но та, что на квадратном пьедестале, совсем развалилась. Может быть, если ты починишь ту, что на круглом, то сможешь при помощи этой силы восстановить и ту, что на квадратном. Используй эту невиданную силу, чтобы отремонтировать наши машины. Потренируйся на той, что стоит на круглом пьедестале. Пиздестал. Страшно, сложно, вырывай. Ля, ребят, контент пошел. Наверное, не так, да? Наверное, вот так вот. Ух ты! Получилось! Ты прикрепил к машине отвалившееся колесо. Теперь самое важное. Машина на квадратном пиздестале разбита вдребезги. Воспользуйся древней силой и восстанови ее в мгновение... Ока. Созданные предметы записаны в памяти реконструктора, их легко можно воспроизвести. Именно это я и хотел. Да. На. Обучение прохожу на 50-м часу игры. Собака. Вот это потрясающе, как новенькая. И так быстро. На это я и рассчитывал. Древняя сила не подвела. Древние тексты не врали. Она существует. Удивительная древняя сила. Шиф! Ясненько. Значит, это все правда. Молодцы, хорошо поработали. А ты с мечом, про тебя я тоже не забуду. Да-да, не забуду. Ты кто, псих? Как можно забыть того, из-за кого я когда-то рухнул сюда, из нашего логова в пустыне Геруда? Это был ты! Сильда и мой заклятый враг не смогут избежать возмездия! Этот враг ты, Линк! Вот мы и встретились снова! И даже не смей говорить, что ты не помнишь меня! Наши судьбы связаны навек! Услышь свое имя и трепещи от страха! Я предводитель клана Ига! Тебе такой-то, такой-то. Восставший из пепла. Куга! Я же уже заходил в какое-то... в какое-то место, где нужен допуск... вот этого клана. Главарь Кога. Главарь клана Ига. Это что, босс? Я все видел! Я видел, как ты заполучил древнюю силу, за которой мы так давно охотимся. О ней говорится в очень древних текстах, которые мы нашли. Она помогает сохранить чертежи созданных объектов, а потом мгновенно воссоздает любой объект по чертежам. Технология, которая, как говорят, была утеряна в стародавние времена. Ты... Журик! Мы тут, понимаешь ли, убиваемся, все своими руками делаем... А ты, значит, все в один момент получаешь? Эта сила по праву принадлежит достойнейшему из лидеров. Его темнейшеству. Используя эту силу, мы должны либо победить Зельду и положить конец твоим гадким похождениям. Что? Либо? Были. А ты посмел увести ее прямо у нас из-под носа. Ты сам напросился, я покончу с тобой и заберу силу себе. Ладно. Приготовься! Пацаны, пора. На. Давайте поем, что ли.
А, у меня же что-то там должно охилять. Вот эти вот сердца пробиты. А, нет, реально. Сакс. А, что? Ты издеваешься? Ну это явно не на late game босс. Ладно. Я могу его разрубанить просто. Удалять. Спасибо. Нет. Нормально все у тебя? Где он? Понимаю. А можно как-то чуть попроще быть? Ах ты скотина. Где он? А что, так можно, да? Ага. До свидания. Ну ладно. Сложный босс. Все бы такие были бы. Был бы офигенно. Козявка надоедливая! Не мог стоять на месте и сражаться честно! Ладно, в любом случае с меня на сегодня хватит. Может быть я должен был создавать машину там или еще что? Ну ладно. Слушай сюда! Я уже нашел здесь много руин! Наверное, как-то должен был использовать вот эту вот перчатку. Воссоздание того, что я раньше делал. Ну ладно, я вот так победил. Я следил за тобой. Ты управляешь големом этой своей ультрарукой? Големом? Я пойду в юго-западный старый рудник и заполучу такую же силу, как у тебя. И вызову конец света вместе с его темнейшеством. Ладно. И даже не думай преследовать меня! Ладно. Я не собирался. Происки главаря Коги из клана Ига. Огромный кристалл, получаемый при конденсации энергии Зонара, содержит столько же энергии, сколько 100 обычных кристаллов. Господин! Спасибо, что прогнали нарушителей. Я тихонько подслушал ваш разговор. Думаю, юго-западный старый рудник, к которому он направляется, это на самом деле Герутский старый рудник. Как и старый центральный рудник, он находится там, где раньше активно шла добыча и переработка горных пород. Отсюда до Герутского старого рудника можно добраться, если следовать за каменными статуями. Но для начала проще ориентироваться на свет. Видите его там? Кстати, пока вы не отправились в путь... Я бы хотел кое-что вам вручить. Там стоит мой соратник. Поговорите с ним, пожалуйста. А, сложно. Спасибо, что прогнали нарушителей. Я прятался, чтобы меня не нашли. Как бы то ни было, так как вы смогли раздобыть реконструктора, для начала я дам вам эту плитку с чертежом.
Каменная плитка, на которую нанесен чертеж, например, машины Занаи. Изображенное устройство можно собрать с помощью реконструктора. Теперь вы можете создать еще один предмет с помощью реконструктора. Позвольте подготовить необходимые материалы, чтобы вы смогли опробовать плитку с чертежом. С чертежом. А еще дадут. Тут, оказывается, вот такие ништяки можно было все это время иметь. С помощью плиток с чертежами можно воспроизводить предметы, которые вы еще ни разу не создавали. Пожалуйста, пользуйтесь. А у тебя что, брат? Может, что по барыжам там, по чертежам, поделаем это. Я благодарен вам за то, что вы прогнали нарушителей. Здесь я перерабатывал занары и получал из них другие материалы. Но я сбежал, чтобы меня не нашли. Если хотите, я могу отдать вам переработанные материалы в обмен на занары. Расскажи о переработке. Переработка заключается в плавке занаров в печи и получении материала с другими свойствами. А именно энергозанаров и энерго... и занарокристаллов. Занарокристаллы? Это источники энергии Занаи в кристаллизованной форме. В основном они используются как материалы для конденсаторов. Энергозанары? А, это ладно. Окей. Ну, типа, я даже не знаю. Я даже не знаю, где это используется, честно. Для чего самое главное? Для воссоздания вот этого? Нужно сообщить об этом Джоши в дозорном форт. Ну, короче говоря, включить вот это вот. Что вот мне хотите? А, ну да. Полететь. Проблема только в этом вот. В том, что мы не долетаем, брат. Нам пипец. Нормально, духастов соберем. Охота за духастами. Осталось-то немножко. Еще есть духасты? Кстати, самый главный вопрос. Нет, нельзя. Вопрос отменяется. Нукарадат. Корень нукарадат? А это как называется? Здесь, значит, есть что-то. Здесь есть святилище. И теперь я это знаю. Очень жаль, что сейчас... Хотя, может быть, можно прям наверх выйти через корень. Да хер его знает! Сейчас попробуем. Так, это мы уже видели 300 тысяч раз. Ля, каким образом я пропустил такую большую пачку земли? Мне духасты нужны. Вижу духастов. Бля, а там эти чуваки, не хочется с ними бороться. А, ну вот здесь другие статуи. Духасты! Нужно еще 13. Что ж, пойти побороться, что ли? А, нет, вон там вот есть нормально. Духастов миллиарды просто. Миллиарды духастов. Больше нам и не надо.
Я же не жадный, мне нужно 150 всего. Тем более я их возвращаю домой. Оба-на. Халява. Знаете, вот везде бомбоцвет здесь есть, такое чувство, будто игра знает, что вот сюда-то и надо. А что можно выкинуть? Что у нас почти поломано? Слушайте, вот это прям... плохо. Так, ну блин, вы посмотрите, сколько я... Это же просто жесть какая-то аномальная. Ну вот это вот мне хочется, кстати, узнать. Место со старой карты. Со старой. Тут был голем... А, ну да, голем-алхимик, что-то я же только что у него был. А давайте узнаем, что это за место со старой карты. Что, я зря находил, что ли? Это все. Тут еще вот хер знает, пойду в этот замок Хайруль, а там... Там финал, или там не финал. Туда. Лошадь бы сюда. Вообще было бы ничего, что так. Да и похилиться, кстати, было бы ничёшно сейчас так. Рудник лощины Дафнес. Ну типа, найдено? И что здесь? Полезное, не полезное? Облачение рудокопа. Облачение с прикрепленными к нему светильниками с биолюминесцентной жидкостью. Говорят, было разработано для работы в темных рудниках. Обалденно. Наверное. А где еще тут есть крест? Нуп. Невозможно. Хотя, подождите, если вот, допустим, есть, здесь есть дырка. Дырок с нами больше! Нет. Нету здесь дырок, ребят. Еще вот здесь вот. Это вообще вот здесь. Тут тоже дырки нет. Только вот здесь вот спуститься. А если здесь спущусь, допустим, это будет... Ох, это будет не близко. Это, простите, что? Вот это вот. А, господи, это корень и есть. Не, ну здесь... Хари Кришна просто. А что это тогда? Это просто залежи Занара. Тут просто майни не хочу. А зачем я... О, господи, зачем я это делаю? Эбобо! Ты же у меня есть! Ты же все можешь это пробить! О, господи. Ну, я не... редко играю в это, как вы видите, по датам выкладывания видео. И... что ж... На какие-то моменты напрочь забывается, что... Ну, у меня есть бомбоцвет. Я выбрал вариант херачить бомбоцвета. Все. Это мой выбор. Ха. Знаете что? Столько всего сюжета не было. Как так? Я же точно не могу здесь выйти наверх при помощи этого. Скажите, я скажу. При помощи обилки. Ним. Вау! Можно? Серьезно? А, ну ладно. Я подумал, что я сейчас на поверхность выйду, но нет.
Не, ну попробовать-то стоило. Что ж. Так, у меня здесь где-то сюжет валялся. Сейчас мы его поберем. Подберем как? Подберем. Это все, что здесь есть. Может пойти лурлин зачистить? Ну, знаете, так уж, ну, для проформы. Вот сюда пойдем. Потому что, как говорится, вазифакнат. Тем более, это мне нужно. Еще вот как раз 3 святилища, и мы еще одно сердечко получим. Да, 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 все так. А не вот это вот все. А еще было бы неплохо получить где-то 150 рупий. Это оно? Подождите, а вот это у меня отмечено? Да, это оно и есть, скорее всего. Нет, это не оно. Что ж. Я сначала хотел лететь на красный, розовый, там, не знаю, какой. Холодно, вырубай просто. Переодеваемся на лету. Линк, Линк, не замерзай только. Прикинь, если бы в катсцене получал урон. Ниже? Я не вижу, где розовый. Кого? А. А розовый тогда, подождите, где? А. Ну тут на небе, я так полагаю. Ну, карта неба, она такая себе для исследования. По-моему, я все, что прикольное мог найти, нашел. Летают какие-то что-то, ну, вот, допустим, типа вот этой вот хрени, но типа зачем? А, вижу, куда мне лететь нужно, все. Не долетаем, ребята. Не долетаем! Да, долетаем. Долго просто лететь, пипец. А вот прошел бы раньше. Телепортироваться бы не пришлось сюда. Это что за херня? А, тут есть пещера? Что ж. Ну, раз ты говоришь, что есть пещера, погнали, пещера. Здорово, брат! А. Ладно. Ну, рупия так рупия. Орехово-горная пещера. Продолжаем колупать. Вдруг алмазик мы найдем. О-о-о, лут пошел. Слушайте, рубин, рубин, это уже неплохо. Ну тут и ББ нет смысла использовать. Вот теперь есть. На. Дай. Хороша. На. Блять, не то. Понял вас? Убил бы меня, наверное. Так, ну что ж. Да, тебе брось. А, ты тут еще есть? Нихера себе.
папка сраная. А, минус гольморезак. Жаль. Ну как-то попроще с ними стало возиться. Камни секира. А, ну раз плюс прочность, то мы бахать начинаем. Кремень, рубин, это же офигенно, наверное. Ладно. Тоже нормально. Дар пещерной пипы. Если долго на него смотреть, захочется найти побольше таких. Кайф. Чуть не убили меня. Спасибо. Там еще кто-то был, по-моему, сзади, да? Не, ну мы же должны дойти до края пещеры. О, здорово, пацан. На. Чё, как? Блять. Чё, делаешься? Да. Получил по жопе. Бомбоцвет, ты бомбоцвет. Бах, давай. На. А, теперь за два тычка вообще выносит соки. А вообще, здесь как бы немножечко тепло, можно и... Чей знать? Кто там? Что-то хотел от меня? Что? А, это сверху эти мудаки. Давайте, где вы там? Чё? Я... А, здорово. На! Нет, я забыл поменять. Хорошо. А чё, где кто? Тут есть, нет? Ладно, сам пришел, тебя никто не звал. Я думал, все, пипец, все сломалось. Жизнь дерьмо. Каменная соль. Каменная, мать его, соль, серьезно. Большое, мать его, человеческое спасибо. То, что я хотел. Ну, когда мне наконец в сундуке дадут большую каменную, мать его, соль. А вот это. А вот это. Вот это лукианский. Mm.
Интересно, это рандомно генерируется лут, или он тут прям вот распихан разработчиками? Они сидели такие, так, вот поставим, короче говоря, пещеру в жопе мира, а потом мы... Оба! И туда топаз засунем. И ты такой, топаз? Где я? А, реально? Здорово, брат. У меня стрел столько нету. Я так хочу ему оплюху выдать, прям вот. Вот ему вот чипалах такой, чтоб на его вот просто отбабахал. Что ж, теперь мне... Наверное, перед тем, как заходить сюда, мне нужно было прокнуть святилище. Чтобы святилище мне... дало бы телепорт назад. Тут еще не все мудаки убиты, что ли? Че издеваешься? На. Извините, простите, я тут еще чуть пожестче. Пошел нахер отсюда. Мне стрелы нужны, позарез прям. Вот это спасибо! Это грандиозные подгоны. Ты возвращаться будешь, нет? Ты тут жди, что начну заниматься сейчас. Я грабить вас пришел! Боевая копьеглефа. Я думаю, мне ветродел вообще нахер не нужен. Да? Ладно. Я вообще здесь ходил? Давай, ползай. Ну, давай, надышало и хватит. Давай, харкни сюда вот это вот свое добро. Вот и смотрите, там что-то есть, а? Пожалуй, мы не будем его размораживать, да? Хватит с него. Проснется лет через 56. А вот здесь можно будет разморозить. Так. Ну так, либо... Где у меня огнемет? Это шокеры, вот огнемет. А, ну что ж. Сейчас поджарим кого-нибудь. Заберитесь от меня. О, господи. Связь не поджечь бы. Да. Именно это я и хотел. Хотел. Шорты варвара. Ладно, пусть будет. Наверное, это, кстати, даже плюс. Атака плюс. Все такое. Как 18 плюс. Только атака плюс. Это... Я не вижу, что это. На всякий случай не буду размораживать. Блин, там эта параша тоже снизу. Фит.
Такое чувство, будто я здесь не ходил. Я точно здесь ходил. Здравствуйте. Ай. Можете убить команду молодости нашей? Да, именно это я хотел делать. Именно это я хотел. Так, Эбубо, где ты где? На. В принципе, довольно-таки неплохо. Разжились. Его можно так оглушить? Хек не знал. Распробовать решил. Ага. Маму свою порадуй. Серьезно? Да блин. Где ты? Женщина, ты мне нужна очень сильно. Не промазал. Зачем я его убивал, хер его знает. Давай посмотрим, что можно выкинуть. Вот эту херню можно выкинуть. Можно у него забрать? Жаль. Ну ладно. Я же не буду трогать кончик его души. Ладно, поглумились над этой игрой и хватит. Пусть она дальше сама с собой играется. А мы пошли в святилище. Чё я сейчас сказал? Кого играться? Так, я успею добежать, чтобы мне ничто не подморозило мои яйца. Надеюсь, успею. Свящилище Дзика Ишин. Харали Нира. Все, хватит поджимать яички. Ты так это, смотри. Так и заболеть можно. Чем-нибудь. Не знаю там. Жопа бластомой. Побег. сезон какой? Пятый. Говорят, кстати, что последний сезон побега вполне себе ничего такой. Типа продолжение, все такое, наконец-то. Ладно, наверное. Я могу забираться на них? Нет, конечно. А, ну я знаю, что нужно сделать. То есть я должен все это использовать, чтобы подняться выше. Окей, допустим. Я же не смогу попасть вон туда, наверное. Тоже двигаем. Блять, сложно. Уф. А, думаю, дашь ты чё? А, ну тут как бы прям потолок сверху поставлен, даже двигать не надо. Я ждал это, этой музыки. Но, у меня есть подозрение, что там что-то есть. А, ладно.
Ну что ж, попробуй стоило. Второй раз будет. Мол, ты дебил, ты за второй раз, но мы тебя похвалим еще разочек. А. Oh well. Немножко. Этот мир быстро кончился! Новый не начался! Давай только падать не будем еще разочек, спасибо. Че так пугать-то? Так ведь и это, скончаться можно. Тут вон там вот есть, по-моему, что-то слева, сзади, снизу, вот это вот все. А. Where? What? What? Huh? А, вон вижу, кстати. Даже могу просто так запрыгнуть, да? Халява, сэр. Вообще нужно? Скажем, иди в жопу. Так, ну тут других вариантов нет. Мы просто идем сюда. И все. Видимо, я там что-то не увидел. Здорово, пацаны. А чё, как? Ну, слона-то я не заметил. Да. Не так. Хотя можно же просто поставить и забраться по ней, да? Ну или сделать то, что я хотел. Поставить ее на угол и телепортироваться в нее. Еп. Интересно, может быть под углом можно было выйти мне. Ладно. Это было... легко, ну прикольно. Просто Prison Break. Yeah. О, я сейчас она спойлерил вам, пропусти все эти сцены. То, что это не конец видео. Вы поняли? У меня так-то, между прочим, тут это продюсерская задумка есть, мол. Только в конце вот, вот последняя сюжетная часть, только она до конца вот все показывает вам, вот эти вот все, все вот эти вот диалоги, монологи, катсцены и прочее, ну вы поняли. Так, что ж, не, ну тут надо все зачистить, я считаю. Мы будем несколько раз прыгать с этого дерьма. Что ж, погнали сразу в следующее святилище. Ковш. Ах, чудеса монтажа. Очень хорошо, да? Ковш, какой, такой чувство, будто я это уже видел. Не понял. Ну ладно. Никуда, ни туда, ни сюда? Окей. Я полагаю, его надо запитать сначала. И...
что он дает? Тут шарики, я смотрю. Кек. А где он там может запутаться? Да нигде. Блять. А тут как-то странно все это сделано. Да нафига столько шариков, я что-то не понял. Ну давай, братан, ты сможешь доехать. И все? Че? Может мне все шарики нужно выгрузить, и тогда там будет сундук, окей. Что ж, я могу как-то это сделать? Охота за лучшим лутом в игре, ребят. Понеслась. А, стойте. Я ведь могу как-то из этого сделать ковш. Да. Скорее всего. Ну да. Что ж, заниматься я этим, конечно, не буду. Поэтому пошло оно все. Там лут-то будет, наверное, лучший. Лучший, он сломается через 5 секунд, так что в этом нет смысла. Просто уходим отсюда. Там можно создать лопату, скорее всего, здесь из этого все ковшик. И он все выгребет оттуда, но да. Смысл понятен, но мне лень. В своем познании я не настолько превосполнился. Все так. Кстати, надо будет еще сходить к фее и посмотреть, сколько стоит улучшение всех шмоток, которые я только что надыбал. Но, пока я сюда летел, я увидел еще одну деревушку. И тут могут быть шмотки. Бля, самая бесполезная вещь на свете — таверна была только что. Ох. Что ох? Когда-нибудь откроем филиал. Ауф! Добро пожаловать в красильный восточный ветер. Так-так. Ты у нас впервые, первый раз, значит? Красить что-то пришел. Тогда тебе надо с моим мужем поговорить. Ты его узнаешь по его исключительному стилю. Держи себя в руках, Сена. В последнее время из-за успеха бутика Сагона у нас тоже от клиентов отбоя нет. Я так от них устала. По тебе видно, да. Приветствую, уважаемый. Хочешь добавить цвета в свой гардероб? Ты пришел по адресу. Девиз: красильный восточный ветер, красим одежду, цвета вашей жизни. Для покраски нужны лишь кое-какие материалы и скромная сумма всего 20 рупий. Ну что, пора засучить рукава и сделать этот мир немного ярче. Что,
Уважаемый, у тебя чудесный планер. Кстати, мы теперь еще перетягиваем износившиеся ткани. Я нашел! К концу игры почти. Принеси мне понравившуюся ткань, я так обновлю твой планер, что все от зависти побледнеют. Мы всегда рады новым клиентам и сразу хотим преподнести тебе подарок. Вот, возьми эту ткань. Ладно. Ты уже заглядывал в магазин Vento Est на входе в деревню? Там работает Сагона, знаменитый дизайнер. Именно она придумала ультрамодный рисунок для этой ткани. Между прочим, ткани с уникальным рисунком можно найти в каждом регионе. Если найдешь новую ткань, приноси мне. Я в два счета обтяну ее, и твой планер будешь парить со стилем. У меня ценовая политика простая. И за покраску одежды, и за перетяжку планера твоей тканью я прошу скромную сумму в 20 рупий. Красим одежду. Ты знаешь, что я не только крашу одежду, но и могу вернуть ей исходный цвет. Если окажется, что тебе ее не идет, будем красить. Отлично, подожди. Ну все, сейчас покрасим весь твой наряд разом. Выбираем краску, только сразу переоденься в то, что будем красить. Я переоденусь. Теперь надо выбрать краску, или ты хочешь переодеться? Выбираем краску. Уф. Бля, где цвет детской нежности? Вот это почти. Роза! Розовый линк! Это счастье вокруг! Слушайте, это идеальный линк, я считаю. Он похож на рыбу, которая плывет, вот идеально. Все. Персиковый, это не персиковый, это розовый. Вот материалы, которые дадут нужный цвет. Выбери 5. А, тут еще материалы нужны. Он такой, что это? Так, с тебя 20 рупий. Ля, ну это того стоило, ребят. Как будто в пятерочку попал. Весь в персиках. Шик и блеск, месье! Ты выглядишь сногсшибательно! Ну, как тебе этот цвет? Если захочешь перекрасить другой, только скажи! Идеально! Никаких перекрасов! Оставляем это навсегда! Давай, я хочу еще планер обновить! Наконец-то нашел возможность обновлять планер, блин! Первый раз решил планер перетянуть, любезный. Давай мне свою ткань, я обо всем позабочусь. Так. Ткань с Маланей. О, вот это прикольно, кстати. Ставим. Ткань клевер курьера. Желание заказчика закон. Это обойдется тебе в 20 рупий. Я думал, 20 рупий закон. Отлично, сейчас будет готовый, глазом моргнуть не успеешь. Я сейчас улечу нахер отсюда, судя по всему. Так, здесь закрепим, тут отрежем. Последний стежок и к полету готов. И сейчас начинается Dead Space. Да, ну там примерно так все это происходило. Готово, залетай еще, я всегда рад тебя обслужить. Стильных полетов! А, я полетел. Чтоб проверить, окей. Ну, я не собирался там долго сидеть. Что происходит? Уже в который раз вам повторяю, 3 посетителей мы принять не можем. Что? Мы пришли сюда, а теперь войти не можем! Но ведь вы хотели посмотреть на новую коллекцию известного модельера Сагона. Я так хотел... Они хотели. Я так хотел ее увидеть. Говорят же, что это лучшая работа Сагона. Какая жалость. У нас остался всего один входной билет. Всего один билет. То есть на выставку попадет только один из нас. Так тоже годится. Я такой, я захожу. Стой, так не пойдет. Кому-то повезет больше, чем остальным. Это нечестно. Я знаю, я пошутила. Ничего не поделаешь. Сходим вместе в следующий раз. Вот именно. Кстати, в этой деревне есть красильня. Может, туда наведаться, раз нам нечем заняться. Раз так, то я лучше бы сходил на ферму. Ты как про ферму сказал, я вспомнил, что рядом с ней есть институт, где изучают всякие старинные штуки. Раз уж мы нарядились, давайте побываем везде. Вся деревня такая...
Я так рада, что они передумали. Прости, что заставил тебя ждать. Ты тоже пришел посмотреть на новую коллекцию моей старшей сестры Сагона? Вижу, ты пришел один, значит, как раз можешь зайти в бутик. Сама Сагона тоже внутри. Сейчас у нас проходит выставка, поэтому мы ничего не продаем. Ты уж извини. Ну, ладно. Let's go. Так, говорите, не продаете, да? Значит, бесплатно берем. Погнали. А что у вас есть вообще? Ничего другого я от себя и не ожидала. Еще один шедевр. Неудивительно, что имя Сагона известно во всем мире, да? Ой, прошу прощения, ты, наверное, тоже поклонник Сагона, то есть мой. Хотя, судя по твоему выражению лица, в моде ты не разбираешься вовсе. Бутик Vento Est — единственный в мире, где можно купить изделия марки Сагона. А еще... Именно я сделала из этой деревни мировой центр модного авангарда. Итак, перед тобой... Шапа Сагона, последняя и лучшая в своем роде работа Сагона, то есть моя. Ты только посмотри на эти роскошные линии и смелую расцветку, воплощение совершенства. Это настолько уникальная вещь, что она в буквальном смысле бесценна. Искусство не продается. Я решила, что подарю это творение тому, кого сочту достойным его. Пусть оно достанется наиболее выдающемуся из обитателей модной столицы Хайрула. У меня розовый костюм. Алло. Какая еще модная столица Хайрула? Я на это свое разрешение не давал. О, кто к нам пришел? Это же староста Хатена собственной персоной. Чем могу быть полезна? Прости, сестрица. Я пыталась остановить его на пороге, но он меня не послушал. Сагона, когда ты наконец прекратишь устанавливать в деревне свои странные скульптуры? Может быть, ты этого не знаешь, но овощи ночью тоже спят. Отдых необходим им для правильного роста. А из-за твоих скульптур теперь и ночью светло. Это плохо влияет на созревание овощей. А овощи — это гордость Хатена, визитная карточка деревни. Что мы будем делать без них? Ах, дорогой, не сердись ты так. Некоторым жителям деревни эти скульптуры даже нравятся. Лучше все спокойно обсудить. Именно из-за такого потакательства... Начинаем заново. Именно из-за такого потакательства наша деревня и превращается непонятно во что. Это моя обязанность — защищать деревню и ее наследие. Так это ты защищаешь деревню? А как ты думаешь, чья заслуга в том, что деревня наконец-то ожила? Это оживление нам ни к чему. В Хатена жизнь течет спокойно и размеренно. Нас это вполне устраивает. Что ж, давай спросим жителей деревни. Что им больше по душе? Мое передовое мышление или твои ретроградные идеи? Пусть они решат, по какому пути пойдет Хатену. На выборах старосты деревни! Выборы старосты, говоришь? Прекрасно. Все равно победу на них одержу я. Софи, я поручаю тебе проведение выборов старосты деревни. Что? Клавия, нам тут больше нечего делать. Идем домой. Я не буду этим заниматься уж. Уж нет. Чем плохо? Дело плохо, окей. Но это реально как бы... Блин, вот все второстепенные квесты невероятно бредовые в зелье. Игра вообще не об этом. Какие-то рандомные челики начинают рандомно что-то говорить, рандомно что-то происходит. Это что, кроволуние? То что, теперь постоянно кроволуние, что ли? Ну, кроволуние, кроволуние. Чего орать-то, да? А это что? Ферма. Не думаю, что на ферме что-то найдется для меня полезное. Кроволуние. Луна. Да, кровавая говна. Мы так ее называем. Луна-то нормально, а вот то, что сейчас происходило, ну такое. Мы. Я и я. Нас двое.
Че у вас нахер не есть говорить? Да серьезно? А, потому что дождь идет, что ли? Ну тут дождика-то почти нету. О, нормально, КС сейчас будет, все окей. Просто ретроградный КС. Охереть здесь квестов. Ладно, я просто посмотрел, что тут есть. Так сказать, не хочу задерживать никого. Пойду сюда. В общем, пойдемте бахнем вот этот розовый. То хер с ним, пусть будет. А вот это розовое бахнем. Прям туда и придете, посмотрите там сюжет, все такое. Святилище Дзюдзю, мост к цели. Oh well. Ладно, просто приклеить надо было. Мы что думали, я мост не смогу приклеить, что ли? Что, совсем психи? Понял. Надо что-то поближе. Главное не упасть. Не хватит. Алло? Сейчас же хватит, да? Ну, вроде хватает. Эта музыка позволяет понять, что ты не идиот, подбадривает тебя немножечко. А здесь что за многоходовочка? Я вас понял. Слишком далеко взялся или близко наоборот. Оно здесь не крепится, да? Оно здесь не крепится, его надо просто закинуть здесь сверху и все. Может, я чего-то не вижу? Подожди, что тут здесь? Кубик. С кубиком будет проще. Сейчас я нормально прикреплю. Все будет хорошо, наверное. Ну-ка, можно было и так сделать. Но... О, там все привстало аж. Нет, так не годится. Я понял, что нужно сделать еще. Надо закрепить на нем. Вот эту вот херню. Нет, сверху. Вот так. Сойдет. Дойдем же? Дойдем. Самое главное, где сундук? Дополнительный.
ничего я не увидел в этом дереве. Я вас понял, вот оно где. Стойте, а как? Вау, это вообще легитимно? Так, вот. Вот это показалось нелегитимным. Большой занар! А прикиньте, вот ты вот там вот ковшик вот этот вот в прошлом испытании берешь, делаешь там, опа! И 10 стрел. Вот ради этого можно, но там будет всего лишь занар. Да. Всего лишь занар. Ну чё, нафармил себе на еще одно сердечко, ведь стамину-то больше нельзя, нет? Из-за того, что пришедший из святилища света, где за течение очищается вечное зло. Добрался сюда и с блеском прошел испытание. А стамины не дали. И озарили его хранящимся здесь светом, который сгонит зло. Лучше бы стаминой озарили. Нет, придется ваши сердечки хавать. Фу на вас. Это прям вообще фу. Да. Ну, в принципе, здесь я наисследовал. Возможность красить одежду открыл. Планер переделал. Каверны исследовал. Все обилки нашел. Еду взял. Одежду улучшил. Можно, в принципе, идти за Зельдой в замок. И потом скажут, а тебе вот еще на 50... часов геймплея, исследуй все небеса, иначе ты не пройдешь. Да, так и будет, уверен. Ну, если так, то пусть частица света наделит меня силой. Без этого я не справлюсь, да.